В Национальном музее Бурятии накануне открылась экспозиция творческих проектов, где 20 мастеров-лауреатов конкурса «Уран-Дархан» представили свои работы. Сохранение культурного наследия республики, поддержка народных умельцев, распространение лучших достижений в сфере народных художественных промыслов – это главные цели конкурса. Мы находимся на выставке, республиканской выставке «Уран-Дархан». Это четырехгодичный новый проект Министерства культуры республики Бурятия. Мы всем миром готовимся к столетию республики Бурятия. В прошлом году мы разыграли проекты, а в этом году конкурс прошел среди мастеров декоративно-прикладного и народных художественных промыслов. Было 109 участников, мы отобрали 20 лучших мастеров, которые представили свои эскизы, сметные работы. И в итоге получилась вот такая замечательная выставка. Конкурс выставочных работ проходил в три этапа. Для участия в первом этапе мастера подготовили презентации с кратким описанием и эскизами будущих работ. В нем приняли участие 106 мастеров из 17 районов Республики Бурятия и города Улан-Удэ. На втором этапе мастера представили готовые изделия по утвержденным ранее эскизам и согласно заявленным сметам. На третьем этапе конкурса открылась выставка творческих проектов. Узнала летом о том, что проводится такой замечательный конкурс, и это хорошая возможность, так как это поддержка молодых и талантливых мастеров со всей Республики Бурятия. И, конечно, я не могла просто не принять участие, потому что, на самом деле, не так много конкурсов, компетишенов не только в Бурятии, но и в России в целом. И то, что в Бурятии проводится такой конкурс, я считаю, это просто великолепная возможность. Конкурсанты представили свои работы в разных направлениях народно-художественных промыслов. Паление войлока, обработка дерева и металла, работа с мягкими материалами, работа из конского волоса, создание ювелирной и сувенирной продукции и продукции из керамики. Все участники получили дипломы лауреата выставки конкурса. Этот творческий проект будет регулярно проводиться в течение 3 лет. В 2023 году к столетию Республики Бурятия планируется открытие гранд-выставки «Уран-Дархан». Диана Левина, Санджей Шакжан, телеканал «Мир Байкал».